Совсем скоро, к концу летнего сезона, территория Ульяновской областной клинической больницы преобразится. Об этом и в целом о развитии медицинского учреждения шла речь на совещании, которое провел губернатор Сергей Морозов. В нем приняли участие члены регионального правительства и городской администрации, представители профильного ведомства и общественности. Глава региона обратил внимание на историческую значимость больницы. Он предложил разместить на ее территории специальные пилоны, на которых помимо названий отделений и корпусов будут исторические справки о медицинском учреждении. Больница у нас своя вот эта областная, как сегодня она называется, клиническая, одна из самых старейших в России, одна из самых титулованных в России. Одних только, я говорю, там, знаменитых врачей, которые здесь работали и работают, можно сотни перечислять. Поэтому надо и про этот не забыть, поэтому тоже будет отдельный специальный раздел о вековечении. Значит, истории настоящего и будущего – это крупное медицинское учреждение, чтобы о нем хорошо знали во всех уголках Российской Федерации, в том числе и в Министерстве здравоохранения. Глава региона поручил Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта в июле и августе провести асфальтобетонные работы на территории больницы. В этом году на проведение необходимых ремонтных работ будет направлено 10 миллионов рублей. Порядка 7 тысяч квадратных метров асфальтобетонное покрытие на проезжей части, 1200 квадратных метров тротуары, ну и установка нового бордкамня, замена изношенного, разрушенного. Где-то 1,5 километра необходимо заменить бордкамень. Итого затраты составляют 6,5 миллионов рублей. Значит, дополнительно от больницы поступил запрос на обсчет строительства стоянки для автомобилей. Здесь вот рядом с родильным отделением. Итого смета по асфальтным работам, по тротуарам у нас составила 10 миллионов рублей. Также разработан специальный проект по улучшению ландшафтного дизайна УЭКБ, реализация которого рассчитана на 3 года. Некоторые работы по озеленению уже выполняются. Кроме того, в этом году планируется выделить 10 миллионов рублей для закупки новейшего аппарата УЗИ экспертного класса в родильный дом медучреждения. У нас планируется в рамках как раз перспектив развития лечебного учреждения планируется проведение ремонтных работ в пульмонологическом отделении. На сегодняшний день это у нас практически единственное пульмонологическое отделение, которое осталось в городе, и там будут проводиться ремонтные работы. Но ремонтные работы – это уже как не в этом году, а на следующий год. Ульяновская областная клиническая больница будет полностью благоустроена к 2021 году. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.